И всем снова привет, дорогие друзья. С вами снова Расти, и сегодня мы будем продолжать играть Saints Row 4. Да. Нет, никакого больше, то есть просто Saints Row 4, никакая не Black Flag, никакая не The Field, ну короче, давайте. Это миссия. Короче, какая-то... Отправляйтесь в горячую точку, я нечаянно начал задание. Я, правда, прыгал, не смог прыгать. Ну, в прошлой части мы по башне прыгали. Я как... Ну, не умею, да. Ну, извините уж, не умею я. Все. Бабло. Японский толстяк. Какие-то странные машины японские, толстяки японские. Все, японские. Ладно, погнали. Такие как кряквы. Ну да, у меня, кстати, освободились всего лишь 10-15 минут, так что больше мы не сможем. То есть поснимать. Ну, поиграть, поснимать с вами. Да. Если вы подпишетесь, это время перейдет в 30 или 40 минут. Да. Да, я замолчу. Ладно. Погнали. Что это за псих? Я как бы выстрелил. Пах. Блин, меня сама машина задавила. Так, уничтожь генератор. Главная консоль. Там есть большая, такая вкусная PlayStation 4. Что тут вообще? Как меня сломать? I like ghosts. Хотя не, мне ghosts вообще не перестало там нравиться. Она оказалась как говном. Можно как-нибудь подойти? Окей. Так, ладно, мы сейчас этих убиваем мужиков. Да, ты задолбал меня. Быстро, пах. Давай! Навык хакера, видишь, Кэнди, теперь у меня есть типа навык хакера. Крутые прыжки. У меня надо что-то другое. Странно. БТФ. На меня на клоу. Блин, тут меня уже стрелять начали. Сейчас перезарядка. Перебанган, перебанган. Мне нравится, что тут под музыку даже это все делается. То есть не просто это делаешь, ты это делаешь под музыку. Мне нравится, что из них здоровье выпадает. Ну, конечно, это странно, но все равно. Yes. Давайте. Чик. Все. Нет, тут я не перепрыгну и никак не доберусь, так что придется обходить. Хоу-хоу-хоу. Блин. Такой странный. Чё, что это было? Ладно, я перестал на секунду комментировать, мне стало страшно.
closing time. Давай. I'm showing some strange readings. У меня странные сигналы рядом с тобой. Странные, да. Огненный дождь, Кэнди. Что за хрень? Знаю, это нужно Бенсе, я думаю, это можно интегрировать код с ним. Блин! Кэнди, он не в моем вкусе. Ну, с дробаша, я думаю. Да он сильняк! Еще похлеще тех унитазиков. Блин! Два таких про сражаются за бравое дело. Сука. Бежала. Блин, он прямо под него. Чё тут за огненный дождь-то? Давай, сейчас победим. Твой дождь мне бесполезен просто. Давай, перезарядочку. Машина такая, вот что это было бы за машина вообще? Откуда она здесь? Вышла погулять? Чё, сучка? Блин. Да убить меня решил. Я тебя твоим же оружием бью. Я тебя ещё наваляю. Оу, боже мой. Он мне половину хп так снес. Сейчас. Останавливайся. Ты должна быстро восстановиться. Все, восстановилась. Пошел. Вопро сражаются. Собрало дело. У меня не восстанавливается энергия. Нет, как? Почему? Я его так смогу убить. Don't tell nobody I did this. Вау, я забрал его энергию. Типа, насколько он в себе и насколько я в нем. Еху. Энергия Кока-Колы! Hey, it worked! Yes, bravo! Perhaps my wardens underestimated you. I won't let them make the same mistake twice. That can't be good. Да хрен с ним, Кензи, контрольная точка. Костяные когти. Looks like the ability to freeze people and objects from ice blast. Yeah, that sounds awesome. Супер. А нет, F1 тут. Let me load up a few targets from the simulation for you. Wait, back it up. А зачем? Don't worry, these are safe programs. You can't. Так. Сейчас. Блин, тут надо их замораживать из-за этого. Все. Убили. Супер. Вау. Kinsey, what's this thing? It looks like data clusters can be hidden inside walls. Use your blast to knock them out. Вот данных могут быть внутри стен. Чё?
А, типа, рыться внутри. Бля. Shit! Hell of an interest there, guy. I'll see if I can help with that. Okay, you should be able to recover from being knocked back now. Hold on. It looks like Zinyak added a shield to the warden code. I guess you pissed him off. Yeah. Well, so what? Just tell me how to get around. You'll need... Сейчас посмотрим. More powerful than a weapon, so use your superpowers to deactivate the shield for a short time. Then you can shoot him. Так, ты тут супер ПВП какой-то. Да блин. Его надо тоже заморозить, все равно разница не будет. Скажем, вот это. Блин, да как? Какого черта? Да блин, какого черта, чувак? Я же... Я тут по тебе стреляю. Yes. Конец. That works pretty well. Видишь, а вот нормально, это сложнее. Это сложнее будет. Ужас. Не хочу я такого сложности. Так, горячо, холодно. Пройдено. Две штуки дали. Отлично. Ранг 4. Продолжим. Ну, заряд, это поняли. И элемент заряда заморозка. Ну, понятно. Это все понятно, да. Не, ладно. Так. И это побег. Нам надо вернуться на землю. Ты сделала дверь, через которую разум может выйти и вернуться в тело, идти к ней. Доктор же не взяли не всех, однако очень много представлений. Лучших умнейших со всей планеты. Big. Большая, но они забыли всю землю, только все города. Я слышала, как они там тоже пока спокойно. Нельзя. Once you're free from the simulation, it can sever your connection to the Zin Matrix. This will allow me to retrieve your body here in the real world without you suffering permanent brain damage. So where am I in the real world? А где я в реальном? They ain't doing nothing to my body, are they? Они ничего не делают. In a safe place. Once you're free, I'll pick you up at the landing platform. Да пофиг. Во-во-во-во-во-во-во. Так, фигня. Строение пройденное суперспринтом. Я только им хожу, так что я это выполню. Да, молодь, пацан. Эту песню меня теперь слушать. Круто! Погнали. Тут далеко как-то топать. Тех сбил, но убил. Я тоже так думаю. Чувак. Не бойся. Сейчас мы доплывем. Я знаю, что делаю, дед. Сигнал. Вух, прыгнул. Эпичность. Зашкаливает. Не знаю, сколько идет видео. Мне уже, по идее, пора уходить, но все равно я не хочу. Не хочу убить сейчас. Но это бросить можно. Долгая перезарядка. Тут как-то нет смысла убить. Ты всего лишь обычный полицейский. Иди нафиг. Ладно.
Мені туди, да? Є. Техніку от можна виповнити. Дуже прикольно. Техніка все равно вона какая-то легкая. Нет, она сейчас взорвется. Блин. Опа! Шлюшка. Погнали. Чувак. Давайте. Все, погнал. И теперь мы бежим вон туда. Не знаю зачем, не знаю почему, но мы туда бежим. Мне там нравится. Опа. Это даже энергии не требует. Ужас. Как это круто. О, конфетка. Не. Тут куча блоков, так что фиг вам. Я сказал бы. Что-то здание будто какая-то реальность. Симулированная. Будто мне этот мужик что-то говорил. Эй, Кинзи, the door's locked. Кинзи вообще не отвечает. Wrong door. Это дверь. Oh. Отлично сработано. Она, конечно, очень нам помогает. Все прошло не так. Can you quit being a baby and just walk in? Look, lady, we doing this in my time. О, блин, это пипец. Все, ладно. Вернулись. Тут мы в какой-то лаборатории, да? Ух, сейчас, ух. Я, почему я голый? О, боже мой. О, боже мой, я с татухами. Уф, уф. Почему я голый? Кинзи. Кинзи. Эй, where the fuck? Где же это? Мне голому надо так передвигаться. Фу, у тебя чувственно, словно... Куда мне вот? Сюда? Не могу тут ничего делать, то есть нормально. Даже не могу показать флаг, как там у меня способности показать. Добраться до той платформы. Король Америки в говно. Да. Реально. И что, мне надо как-то добраться? Кинзи. А мы сейчас сдохнем, по-моему. Там просто кинзак этот сидит. Мы с ним хорошо сражались, но он со своих суперспособностей все. Какого? Я проиграл. Контролируем точки. КТ. Продолжаем КТ. Ой, да тут КТ, да. Не так далеко. Ну, да, на этом мы закончим, дорогие друзья, извините. Но давайте, всем пока-пока, ребята. С вами был Расти. Удачи. Подпишитесь на канал, если не жалко. Давайте. Будет еще много таких выпусков. Да, очень много. То есть по Saints Row прямо очень много можно записать. Как бегаешь, как-то все. Давайте, пока-пока, ребята. Удачи.